Процесс приготовления мармелада – дело творческое. У специалистов свои законы сочетания продуктов. Югорские технологи экофабрики «Этника» нашли тот самый идеальный рецепт. Главные ингредиенты здесь – местные дикоросы. Черника, голубика, клюква и, конечно же, морошка. Мармелад из царской ягоды быстрее всего исчезает с прилавков магазинов. И неудивительно, чего стоит один только запах. Сейчас варится мармелад из морошки, это занимает около 4 часов. Это сейчас, можно сказать, самый основной этап. Потом уже добавится патока, и он уже будет готов. Есть ли еще какое-то, вот именно понимание того, когда все, уже он сварился, он готов? Он измеряется термометром, он должен дойти до определенного градуса, до 110 градусов. Только после этого в полученную смесь добавляют патоку. Она придает изделию необходимую консистенцию. Следующий этап – распределение по формам. Этот процесс занимает не более минуты, поскольку мармелад быстро густеет. Ну а сейчас мы станем свидетелем не только самого интересного, но и самого вкусного этапа подготовки. После того, как мармелад достают из специальных форм, его помещают вот сюда и покрывают шоколадной глазурью. После мармелад отправляют в охлаждающий тоннель, проще говоря, холодильник. Буквально 7 минут побыл в холодильнике мармелад, и вот он прямо сейчас уже выходит, готовый, наверняка вкусный. Сейчас убедимся, попробуем. Это очень-очень вкусно, чувствуется морошка. Кроме мармелада на экофабрике изготавливают сосновое варенье, конфеты, дрожже и, конечно, шоколад. Шоколад мы изготавливаем из натурального какао, тертого какао масла, которое нам поставляют из Колумбии. И здесь уже в нужных нам пропорциях все смешиваем и добавляем уже наши дикоросы. Сладкоежки чаще всего предпочитают шоколад из сосновой шишки и кедрового ореха. Многим покупателям пришлась по душе и плитка со вкусом ягеля. Совсем недавно, полгода назад, мы запустили шоколад с ягелем. Это такой уникальный вкус, его, наверное, не встретишь, может, еще и в России. Но и этот вид, он набирает тоже популярность, продажи его растут. Наша продукция представлена как в федеральных сетях, так и в спецрознице. На территории округа нашу продукцию можно купить и в Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске, Белоярске, Междуреченском. Активно развиваемся, поставляем продукцию и в Тюмень, и в Мурманск, в Москву. Из-за сурового климата северные дикоросы содержат много питательных веществ. А потому такие сладости не только вкусные, но и полезные. А красивая упаковка – приятный бонус. Экофабрика с говорящим названием «Этника» продвигает в массы традиции коренных народов Севера. Сказки, мифы, легенды – все это можно увидеть на упаковке и внутри нее.